Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Realme GT6T. И сейчас я покажу вам, как разрешить установку приложений из неизвестных источников. Открываем настройки. После этого проходим в раздел «Защита и конфиденциальность». Здесь выбираем «Дополнительные настройки безопасности». И далее выбираем источники установки. И выбираем источник, которому разрешим установку, и просто нажимаем на него и нажимаем «Разрешить». На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.